Sitaksa tuli, no. Mä en vaan kysyn, paljon se on. Paljon se oli torkla? Anna. Hallo. Paljon se oli torkas? Skolko? Kuda? Tork. На большой рынок. На большой Хабаровск? Да. Sõiduridaam. А что на этот рынок-то ездить? Там делать нечего. Нечего. А нам сказали, что там очень много. А что вы хотите вообще? Смотреть хотим, как здесь, что продают. Да я просто уверен, что вы, ну, вам сюда не надо ехать. Я понял, я это обы что, не рынок. Сюда никто даже не ездит, никто не ходит. Все люди, которые, ну, в Минске, они сюда на Комаровку вообще не ходят. Они все ездят на Экспобел. Там Экспобел, там очень большой магазин, большой. И за ним два рынка. То есть один строительный рынок, а второй вещевой, пищевой и так далее. Вы поймете. Вот этот рынок, вот он. Вот. Комаровский рынок. Ну вы, наверное, долго будете гулять, да? Скоро видите там. Nüüd on juba nii palju sõitnud, et see on praktiselt topelt tasu. Ja nõnne, mul mõtled ise päris tunda seda. Только сюда дорога будет не стоить не 50 тысяч. Одни россияне только не плачут. Приезжают и все у них отлично, все хорошо. Средняя, да? Брутая она. Ну вот, видите, 1000 евро в среднем. А у нас, если в евро считать в среднем, то 200 евро. И то 200 евро это... Группа 5 миллионов. А 5 миллионов у нас таких зарплат очень мало. У нас зарплаты 4 миллиона. То есть это 200 долларов. Ну, для вас просто, наверное, 1000 евро это тоже мало, правильно? Потому что у вас, да, наверное, там тоже цены другие, поэтому... Цены и бензин у нас. А бензин сколько у вас стоит? Евро и 11 центов. Дорого. У нас дешевле в два раза. Да. Можете потом съездить в этот вот Арена Сити. Вот он. Видите, здесь наглюля сели. А вон там он рынки. Вон там, вон там, там рынок. Это 5000 вот.
достали в руках. Это вообще ни о чем. Это не то. Это 50. Вот это 200, да? Спасибо.